по-моему, что я еще хотел? Я хотел вот это поставить вот сюда. Немного тут. Немного тут, знаете ли. Дом. Странный все-таки, блин, дом. А что там за задним фоном, если это разрушить? Ага. Вперед, братюни. Ломать, не строить, строить, не ломать. Можно построить? Ну, потому что их не строить надо. Надо заменять. Заменить задние блоки. И вот это я понимаю, процесс идет. Вот это стройка. Там, блин, сдрыснили, сука. Вот это стройка века. Блин, а тут когда уже будет стройка века? Кто-кто, где? Зомбари. Блин, а камни у нас... Сколько этих каменоделок? Одна, что ли, блин? Походу, да. Блин, реально одна, что ли? Так, что за звук? А, эти жуки. Блин, я вот на нее смотрю и думаю, где вторая? Раз. А, лаборатории тут дохерища стало. Блин, да тут не лаборатория должна быть. Лаборатория внизу. Блин, что за хрень? Она две клетки занимает. Чё-то я не понял. Удалить лаборатория. С хера ли там лаборатория стоит? Или все-таки тут снизу поставить? А лабораторию не трогать. Ну зачем мне три лаборатории? Так, каменоломня, блин, где она? Шито. Так, мастерская. Мастерская ведь мне надо, верно? Ну не можешь, не ешь. Кто-нибудь железную кирку создайте, алё. Так, я надеюсь, вы там как-нибудь справитесь. Yeah.
Так, кто-то создал то, что мне нужно, или нет, товарищи? Товарищи, о, отлично. Так, место компаса. Он все-таки здоровый, 3 клетки занимает. Такс. Блин, не хватает капитально. Лучше эту тут еще одну поставить. Так, спокуха, спокуха, ребята. Это моя вайфочка снова орет на дочку. Так, а сколько время, что она на нее орет? Без 4:10. Да ну еще я бы не сказал, что сильно поздно. Так, может мы как-то их книгами качнем? Каменотесы. У нас есть какие-нибудь крутые, блин, каменотесы? Каменотесы, пловцы, маги, шахтеры, кузнецы. Шахтеры, блин, кузнецы. Каменотес. Вот он наш каменотес, маг. Плотник. Сколько у нас плотников, интересно? Лесоруб. Повар. Пловец-шахтер, блин, лучник. Кузнец, плотник. Каменотес. Что-то я не понял, где наши плотники? Алло. Был, по-моему, тут один. Суперработник, блин. Что, ни одного рыбака, походу, у нас нет? Так кому надо эта рыба? Да, медленно идет процесс по камнеобработке. Зато он стали сейчас как наклепают. Как наклепают, так кто хочет за водой? Далеко ходить не надо. Так как работа под землей должна быть вся закончена, по идее бы они должны полностью посвятить себя работе наверху. Так, а эту хрень я тут поставил? Угу. Вот это такой доп-склад. Какой-то мелкий. Да, блин, процесс идет не по дням, а по часам. А часть вообще втыкать, не знаю, чем заняться. Ах, вы ж такие негодяи. Не задние блоки. Так, что это за херня? Так, нам нужны под землю хорошие двери. Насколько хорошие, я не знаю. Ух ты, я что, таких дверей не создал? Ну надо же. Вот такие двери. Пим. А что у нас такое? Замков нет. Как так-то? Как так-то, блин? Да ну 10 замков. О, блядь! Акила промахнулся. 50 замков. Сука, 50 замков. Ладно. Тут нам надо... Да не, не построить. Тут заменить надо. Так, тут нам надо решить. Что она будет, эта моя хата, представлять собой, а? Может, здесь вот это к ебеням? В 3 этажа. Или здесь может все это очистить? Чтобы все очистить? Чик-джик-джик-джик-джик-джик-джик. Кхера. Херувимам. А ну, блин, навели порядки. Господи, блин. Жена моя любимая, не ори ты так, аж я перепугался, блин.
Чем ты там занята? Говорит моя вайфочка моей доченьки. Говорит, это так громко, что я тут аж сипаюсь в комнате. Блин, зачем нам там двери? А, ну ладно, пусть будут. Хотя с другой стороны. Вот все-таки реально, нахуй хрен нам там двери? Здесь можно вообще наглухо закрыть. Заменить задние. Заменить задние. Какие-то странные дурацкие лестницы. Странные дурацкие лестницы. Будет наш алтарь, да, блин, алтарь. Можно, надо же. Может, эту комнату маленькой сделать такой? Бр-бр-бр, маленькой комнаткой. Микрокомнаткой. Микрокомнаты непонятные тут у меня моменты какие-то. Блин, вот бы эту штуку вправо развернуть, но это нереально, блин. Некоторых ступор. Какая-то хрень, да, хрень еще-то. Прям вижу это все и думаю, что за ужас, Николай. Блин, еще светильники позаканчивались нормально, ладно. Пока, ребятки, там сделайте, там будет видно. Удалить лестницу. Удалить лестницу. Удалить лестницу. Интересно, как глубоко этот лифт спускается. Ходить им налево вообще надо? Или не надо? Просто вот так позастраивать. Ну зачем? Вот в чем вопрос. А как они будут подниматься и опускаться? Вот так. Чертовски странная хрень.
нереальную Николай изобретает. Или все его таким покрытием, не морочь себе голову. Да не, ну тут же ж типа красивый узорчик, ёпта. Не могу же я красивый узорчик похерить. Похерить и... 8 штук. Пью. Блин, а тут что, никто не может? Блин, работа кипит. Падают прям что-то там. Тут, блин, темно вдруг стало нам. Фигачите, друзьяки. Передние блоки. Кто там с кем воюет? Так, это у нас супер мега турбо комната с большим количеством источников света. Блин, не успели это, и уже заросло, блин. Вот бы такую вещь где-то раздобыть. Так, а кто-нибудь там земельку еще создает? Точнее, не земельку, а вот это. Что нам помешало создать? Отсутствие воды? Ага, блин. Этих сколько можно сделать? 250 блоков. Да, пока и 60 хватит. Так, что-то мега странное Коля построил. Построить блоки. Построить блоки. Так, что здесь за хрень? Вот это непонятная, блин. Это комната моя или не комната? Удалить, че копать, или я даже не знаю, что тут копать, копать. А ну, что ты тут первым сделаешь? Стоять. А ну тут разберись. Красава. Красава. Так. А ты притырочный там застрял, я вижу, да? А почему? Неужели нет никакого способа дойти? Вот ты. Ну неужели? Чё, никак? То есть сюда, 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 вниз и... Чё, блин, в чём проблема? Скажи, что ты дебил. А, то есть буду, блядь, в ту сторону смотреть, конченый. Ладно, ладно. Мудохаем, 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 мудохаем. Могут же, если хотят.
Тут, блин, все сделаю с кирпичей, блин, с металла. Хрен ты тут что сожрешь? Че, что тут перепуганный?